Всем привет, ребята, это новый блог. Я собираю вещи, поеду на неделе к знакомой, с тетей, где вы видели котятам у нее. Вот, и собираю немножко вещи. Вот так. Не знаю, получится, как снять всего на какой-то, где я начинаю. И да, у нас, ребят, дождь пошел. Вот такой дождь. Если получится нормально снять, то получится. И у нас немножко растения голые. Все сделала, вещи положила. Мне еще этот расческу положить и зубную пасту. И готово. Завтра поеду. Сегодня сниму, как я буду делать что-то. Вот так. Да, ребят, что я не забыла. Подпишитесь на мой лайк. Так можно меня найти. Я тут выкладываю необычное видео про свою жизнь. Но больше всего необычное видео. Самые жуткие или мистические видео. Вот тут лайки. Поэтому подпишитесь на мой лайк, поэтому будет тут интересно. Всем привет еще раз. Я почти пакет, вот видите, положила, что надо. У нас туча и дождь идет. Вот. Сейчас буду в планшете сидеть. Вот. Вот так. А завтра поеду к тетике. Вот, чтобы с котятами. Как я говорю, как сказала тетика. Я для котят няня. Няня Маша. Зовите меня так уже. Можно так сказать. Так. Хочу печеньки покушать, но я знаю, что скоро обед, и я аппетит испорчу. Кто любит такие печеньки, пишите комментарии. Ребята, я самый главный питомца не сказала. Мой попугайчик Кеша. Не знаю, как получится. Он сейчас не очень рад, что я ему снимаю. Да, Кеш? Вот такой у меня красавчик. Если будет видно, то будет. Вот так. Я не знаю, что дальше. Забыла показать такую нашу красоту. Вот тут эти дерева. Немножко голые. У нас пока туч дождь нету, но туча есть чуть-чуть. Так, такая пасмурная погода у нас. На это все, ребят. Всем пока. До новых встреч. Завтра буду снимать дальше, как я куда еду. К тете Вике. Сегодня я просто так мини-влог сделала. Если так можно сказать. Всем пока. До новых встреч. Была с вами Маша Машулька Котик.